Приветствую всех наших подписчиков и друзей. Так, сегодня мы покажем развивайку с 5 разными фигурами. Так, ну-ка давай, Ваня. Сначала постараемся собрать все зеленые. А? Давай зеленые все соберем. Давай зеленые сначала соберем. Хорошо? Да, здесь очень важна логика еще и по цветам. Не только по форме фигур, но и по цветам собрать. Угу. Так, так, зеленый собрали. Теперь будем синий, да? Так, давай синий попробуем собрать. Очень хорошо развивает координацию движений у детей. В принципе, 2-3 года дети могут решать такие головоломки. Угу. Так. Красно. Так. И очень важно, чтобы дети различали цвета. Угу. Теперь желтый, да? У нас облай много не разговаривает. Парень серьезный. Так. Желтый собрали. И последний ряд. Оранжевый, да? Мама! Вот такая интересная развивайка. Очень полезная. В принципе, дети рады играться с такой вещью. Так что, спасибо за внимание. И подписывайтесь на наш канал. До следующих видео. До свидания. Хочу с другой этой стороны игру.